студия Highland Film Group. Эпицентр, формирующийся на юго-западе, кажется наиболее опасным. Каждый год в США фиксируют от 2000 случаев торнадо. О нет, снова аппарат выпал. Так лучше? А что нужно делать, если объявляют штормовое предупреждение? Ужасающая мощь стихии. Начиная с полудня, ожидается ливня. Возможно, торнадо. Которая меняет жизни. Сегодня риск особенно высок. Цирк. Сынок, не волнуйся. Мы всегда справлялись и сейчас снова прорвемся. Уже уточнили, куда движется торнадо? Чтобы найти укрытие, у вас 13 минут. На нас. Внимание, тревога! Если вы еще не в укрытии, поторопитесь. Пошли, пошли, пошли! Найдите безопасное место. От создателей фильмов «Эверест» и «Глубоководный горизонт». Уважаемые зрители, будьте предельно осторожны. Нам нужно быть готовыми к сигналу тревоги. Карлос. Торнадо! Торнадо! Все за мной! Быстрее! Каждая секунда на счету. Пейтон! Тринадцать минут.